Так, у меня закат. Цвета не очень четко передаются. Небо в глаза чувствует, что светлей. Уже звездочка вышла. Он слева видно. Возможно, это планета, потому что не мерцает. Холодно, ветер северный. Ясность больше 200 километров, потому что я через программу Flight Radar отождествил самолет на глубине резкости, на глубине ясности 200 километров. И погода великолепная. Накормил птиц, точнее дал им еду. Взял пшено, сечку. Ячку, сечка — это пшеница молотая. Налил туда масло, ну, где-то 2 столовых ложки примерно. И вот пока немного туда насыпал. То синицы прилетают, я вижу, они помнят это место мое. И воробьи всклокоченные прям все, вот крылья не вы, крылья, перышки не выровненные. Видно, что уставшие. И парочка летает. У меня тут пара воробьев живет. И вот они, пара, летают. Вот это крыша. На крышу можно поставить флюгер. Ну, какой-то бесшумный такой, небольшой. Лишь бы я только видел направление ветра. Потому что антенны стоят, а можно и флюгер добавить. Пускай будет в виде антенны. Ну, как будто бы как антенна, но это чисто для ветра. Зарядка садится, но ничего. Вот. Вид можно сделать еще вот такой. Там люди ходят. Ну, в общем, что? Зима вступила в свои права. Ну, там слева какой-то огонечек едет. Не знаю, что там за огонечек. Даже ума не приложу. И ну, там где-то дым идет. Ну, еще больше информации, но в другом видео, наверное, покажу, скажу.